Ну что, у нас неожиданная ситуация. Застрял у нас экскаватор на нашем же собственном участке. Поехал делать мелиорацию ближе к канаве. И там топкое место было. Провалился. Застрял хорошо. Плюс еще гусянка там, звездочка начала прощелкивать, проворачиваться. Поэтому выехать сам не смог никак. Очень удачно презентуем наш земельный участок. Начинается все с эвакуации экскаватора на нем. Там нету воды двигателя сзади? Нет, нет. Ну там чуть-чуть совсем. А это там согнем? Лишний раз поднимать это... А стрелу не согнем? Мы эту стрелу не берем. Не, ну все равно поднять, надо стрелу. Он будет помогать тащиться. Сухой грунт мы бросили, где-то метр был. Метр высота сухой грунтом. Я наверх залез. Это момент. Один ковш брал, второй ковш уже резко утонулся. Вот так мучаемся теперь. Давай, давай сюда. Проблема. Блок в яму упал. Вот так. Ну что, ребятки, всем привет. Нет эвакуации у нас сейчас. Ну, видимо, дорого. Поэтому пришлось притопить экскаватор самим. Это шутка, конечно. Да, попал, скажем, этот экскаватор в некий капкан, в засаду, которую устроил тут Сережка. Но сейчас мы эту ситуацию быстренько решим. Так что наблюдайте и не переключайтесь. Ребят, у нас, как обычно, подготовительная история занимает очень много времени. Нормально тяни. Подтянуть ты что, включил лебедку, да погнали. Разложить весь трос, потом собрать, это, конечно, работа не для каждого. Но это лучшая работа в мире. Сейчас Сережка это покажет. У нас, слава богу, заводится.
жестянка проскакивает, но он заводится, гидравлика на нем работает, рукоять ковшом он себе поможет. Вот, могли мы взять, конечно, 100-метровый 14-й трос, но решили мы немножко перестраховаться, уже чтобы не было никаких приключений. Сейчас размотаем 18-й трос, чтобы уже наверняка. Да, его 300 метров, тяжело, но зато надежно. На экскаваторе будет два блока. Вот. Третий блок мы повесим, соответственно, на дерево, а четвертый повесим на лебедку, чтобы увеличить ее тяговое усилие. Ну, все как обычно. Давай, 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 давай! Все! Карман! Все! Я обкопал переднюю буксировочную петлю, вот, но там сейчас воды набралось, отчерпаем ее ведром, экскаватор отожмется на стреле и зацепим за буксировочные петли такелажные скобы. В принципе, у нас все готово для того, чтобы вытаскивать. Ну и поставили на всякий случай динамометр, чтобы посмотреть, с каким усилием он там сидит. Нет, нет, сейчас, да, под нее добрался. Ребятки, всем привет, я копаю. Поможешь вам? Помоги. У него петли где, вот тут? Нет, вот, нет, или нет, вот посередине две. Да, ставлю так. Так, подальше от шляпку затопи туда до конца. Гайку в карман положи. Положи ее в карман себе. Там достаточно удачно встал. Может, подожмется чуть-чуть, нет? Наоборот, расслабился. На тебя жить, она зажимает. Все, готово. Прекрасный весенний день. Оп! Где машину ставили? Где машину ставили? Там. Ну, в общем, экс мы зацепили. Было не очень сложно. Не так, как бывает. Бывает, приходится погружаться аж по грудь, сами видели. А здесь просто, ну, сапоги намочил. Фигня вся. Сейчас Сережка даст жару и по-светлому вытащим. Так как мачты ставые мы опять не брали. Пошла натяжка. Давай внимательно. Серега включил уже лебедку. Троса наматывается. Сейчас выбираем всю слабину. Как пойдет натяжка, мы еще раз все осмотрим. Ну и дадим жару. Может быть, имеет смысл здесь за сухое цепляться. Хорошо. Давай, давай на себя, давай, давай. Давай, давай, тяни, тяни, едь. Нет, 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 он троса просто запутает. Никакой нет. Что, ты запутал трос? Да так не может. Вот он сам вылезает. Сматывай быстрее, потому что он сам не запутал. Он сам на крыше. Почти вытащили, идет очень легко, нагрузка порядка 20 тонн была максимум, ну там больше 25, но здесь мы теряли за счет того, что у нас троса проходит через вот эти кучи песка, там трение большое, ну где-то на выходе, наверное, тонн 20 было, вот. В общем, практически вытащили, сейчас еще метр протянем и на этом все. Саш, едь вперед! Меньше всего я думал о том, что у меня у самого на участке утонет экскаватор. Сколько их было достано, сколько их было спасено, и мы попали в такой просак.
Ребят, у нас в Америке есть один из наших подписчиков, зовут его Артем. Привет, Артем. Он является основателем молодого, совершенно нового канала, который называется Philo Truck Town. Ребята находятся в Филадельфии, занимаются тематикой, очень похожей на нашу. Эвакуации, спецтехники грузовиков, ремонтом спецтехники, ремонтом тех же самых траков, которые они эвакуируют. На данный момент площадка, которую они имеют, она в очень плачевном состоянии. Ребята собираются ее расчистить и делать на ней те сооружения, которые им необходимы. Ну, видимо, там будет ремзона, какие-то постройки, офисы. Как это получается, к чему они стремятся и что получится, я думаю, будет интересно всем. Так что заходите, смотрите. Возможно, вам это будет действительно интересно и познавательно. Подписывайтесь. Такой у нас дебют задался на нашей земле. Сейчас мы продолжим мелиорацию, осушение. Топить экскаваторы? Да, ну мы не только их, как выяснилось, достаем, но и профессионально топим. Вот. Не, ну тут как бы не я, конечно, за рычагами сидел, вот, не я туда посоветовал заехать, но другого выбора нет. Сейчас застелим все это плитами, немножко подсушим, выпустим воду, ну и будем туда класть какую-нибудь трубу. Будем действовать таким образом. У нас сегодня получилась прямо экспресс эвакуация. 15 минут и трактор в бой. Да, ну не 15 минут, но все вместе. На бой это 15. Дольше, да, дольше ездили за такелажем. Так что так, все. Всего доброго, до новых встреч. Пока.